Почему вы так любите автостоп, ну и вообще мои передачи? Я потому что стараюсь говорить правду и забочусь, прежде всего, конечно, не о торговцах. Я забочусь о вас, любимые горожане, зрители программы «Автостоп и дом, милый дом», а также пользователи интернета. Как ни странно, но пользователей интернета у меня гораздо больше. Вот. Ну, поэтому я должен делать материал более обширным и давать полезные советы. И, естественно, говорить ту самую правду. Так вот, правда заключается в том, что немножко достала ситуация, когда в Магнитогорске вечером автомобилист чувствовал себя, ну, неуютно. Потому что купить запчасти не получается, потому что рынок закрывается в 5-6 часов, автомобильные магазины тоже. А вот магазин «Фаворит», используя для вас, работает до 8 часов. Как сюда приехать? Ну, это АЗС «Шурави» все знают, в принципе, выезд из города в сторону озера Соленое тоже. И вы реально экономите деньги, потому что, ну, здесь подешевле, и есть что выбрать для всех практически автомобилей. Мы, жители крупных городов, потихоньку понимаем, что автомобиль – это не только транспорт, это и кровать, и дом, и ресторан. В нем мы спим, занимаемся сексом, растим детей и питаемся. Благо, в городе появился драйв-ин от Макдональдса, и 375 вечерком под гамбургер и чизбургер не напрягает семейный бюджет всего 200 рублями, что значительно дешевле канцерогенного шашлыка и чебуреков, которых мясо в итоге стоит 1500 рублей за килограмм. Да, мы теперь научились считать и в граммах. Да, мы научились экономить, потому что, живя экономно и разумно, по сути-то можно себе ни в чем и не отказывать. Но вот ведь беда. 200 грамм грудинки, к примеру, купить можно круглые сутки, как и десяток яиц. А масло автомобильного 300 граммов купить для машины-то негде. Вот есть такой термин «достали», понимаете, очень активно используется сейчас, потому что, ну, действительно, все нас немножко достало. То есть, оно понятно, что удобно, да, когда магазины для покупателей работают круглые сутки. Да, удобно. Город Магнитогорск, он вечером живет. Вот, в принципе, ну ладно, про алкогольную продукцию это не тема нашей передачи. Тема нашей передачи, что достало? Меня достало, вот, к примеру, то, что вечером запчасти не купить. Все как-то так вот в 6 часов и закрылись, и все. А потом говорят, что денег нет. Достало? Достало. А вот такая ситуация, надо масло долить. Заехал, ну, на заправку, смотришь, там масло какие-то космических цен стоит. Тоже достало? Достало. Сейчас «Фаворит» повернулся к людям, что-то, да, получается? Получается так. Получается, можно заехать и масло долить, и по деталькам, если экстренно нужен ремонт, как бы выполнить. Ну, то есть, большой выбор, и профессиональные консультанты могут в любой момент подсказать, выбрать самую нужную деталь, которую надо, и как бы... Это все решаемо в любое время суток. То есть до 8 часов спокойненько, да, нормально, а потом уже, ну, к семье. Да, к семье. То есть с «Фаворитом» можно решить проблемы насущные. Каждый день до 8 вечера, после, либо до работы заехать и купить в действительности все, зная, что здесь самые приемлемые цены. А субботнее или воскресное шопинговое сумасшествие лучше забыть. И действительно отдохнуть, а не ломать голову, калькулируя суммы в раз спущенные за один день. Кстати, проверено, здесь также разумнее помыть автомобиль и отремонтировать. При этом владелец отечественного автомобиля в «Фаворите» решает все проблемы. Потому как на отечественное есть все, абсолютно. Как есть и очень немалая скидка в 20%. И вспомните, 375, гамбургер, чизбургер, ну или Биг Мак. И это на сэкономленные в раз 200 рублей. Сумма 4 литров масла, фильтра и работ по замене. До 8 вечера вам машинку обслужат. И вы быстренько, аккуратненько так это обмоете. И вам хорошо, и машине приятно. Ну а если не пьете, то 6 десятков ситновских яиц и 2 килограмма их же бедрышек вам при наличии достаточных навыков и питанием дома сэкономят еще большую сумму. И так получается, что начинаем грамотно тратить деньги и обслуживать машину в «Фаворите»? Однозначно да. Ну, вот так вот разгорается иллюминация, и вас здесь ждут. Здесь вас ждут. И здесь вам гарантируют самые доступные и демократичные цены. Ну, и чтобы никто не обижался, вот так вот надо работать. Как работает магазин «Фаворит», который располагается... Ну, в смысле, это не магазин «Фаворит», это автокомплекс, здесь все на монтаж. Здесь пункт по экспресс-замене масел. Здесь мойка для фур, здесь много запчастей.
И это все в очень доступном месте. Сюда можно доехать даже с новых районов всего за 10 минут. Ну, если по объездной поехать, надеюсь, что в конце концов автобан и партия «Единая Россия» докончат тот самый необходимый городу кусочек вдоль садов. И тогда транспортный коллапс в городе Магнитогорске рассосется сам собой. Ну, а коллапс, в смысле провал в деньгах, если вы обслуживаете свою машину дорого, вам компенсирует магазин «Фаворит».